Всем здравия, как и обещал, постараюсь в коротких видео поподробнее выложить о том, что имею, ответить на задаваемые вопросы, на часто задаваемые. Вот. Но скажу так, люди задают вопросы, а готовы ли они предпринимать что-то сами? Или это просто как побеседовать? Ну да ладно, каждый сделает вывод сам для себя, что-то будет делать, он что-то предпринимать, менять жизнь или нет, это уже решение каждого. Так вот, начну с того, с чего, например, начинал, да? Ну, начинал-то я с того, что познавал сначала, это в конец 14-го, начало 15-го. Конечно, первые, это, так сказать, когда проснулся, стало страшно, хотелось куда-то убежать, на Алтай. Вот. А потом пришло понимание, ну, прошло где-то полгода, черпал знания, не работал, зима, как бы, время было подумать, обдумать, и понял, что бежать куда-то, в итоге придут и туда. И убегать это смысла от кого? От самого себя бежать. Поэтому решил просто бороться здесь и сейчас. Поэтому где-то в 16-м, да, в 16-м году, 16, в 2016-м сходил в паспортный и выписался. Обнулил регистрацию. Это первый выход был из России, из вот этой фирмы РФ, РФ-шной, РФ-и этой. Так вот, а после, как выписался, все документы сложил в чемодан, убрал и решил пожить без документов. Прожил где-то, получается, до 2020-го. Я понял, что там буквально 2-2,5 года я ездил без документов на автомобиле, ничего там не регистрировал. Машина была, номера у меня там были, 3 шестерки. Их продал, и после этого машину обратно ставить на учет не стал. Вот, потом ездил, еще одну машину брал, покупал, тоже на учет не поставил. И попросил человека снять с учета по причине продажи. Вот, поэтому и так машина, что одна, что другая висит, вот, и езжу, как бы, в ответе за все сам за себя, никто не трогает, никаких проблем ни с кем нету, главное у тебя, чтобы, да и проблем, по сути, нет, и они только в наших головах, не более, а все остальное лишь ситуация, и как ты в этой ситуации поступишь. В общем, ладно. Так вот, что хочу сказать. В 2020 году, да, вот здесь вот волеизъявление, это получается, я от руки писал. Вот, да, видите. 4-26. Вот. От руки написал отпечаток пальца своего. Это чтобы не прибегать к заверению нотариуса, так как у меня даже где-то так, да, это вот заявление, которое я относил в администрацию, они у меня приняли тогда тоже, это летом, это после вот этого всего волеизъявления. Вот, также отпечаток пальца. Вот, это нашему главе городского, да, округа Воскресенск, Московской области. Вот, кому нужно, остановите, почитайте. Это именно заявитель-то обо мне было. Потом уведомление требования. Вот. Тоже остановите, если нужно, почитайте.
это делал, ну, тогда по незнанке, как бы, тоже фотографию такую вот прилепил. Получается, просто лицо, как вот нас делят на физ, на юрлица. Вот и есть лицо. Здесь вот именно человек дееспособный, руки, ноги есть, а здесь, получается, просто лицо. Поэтому на самом оригинале как бы все с руками и ногами. Дееспособные. А здесь получается... Ну, это копия. Здесь так и написано. Копия. Вот. Тоже почитаете, если надо. Это публикация уведомления. Это об участке, который участок себе взял. Это то, что как кто-то говорит, а, самозахват. Самозахват, когда ты втихую там что-то делаешь. А здесь ты, получается, ты взял, ты, в смысле, сначала пробил, что он ни за кем ничего не числится. Вот. Узнал. Все. Их оповещаешь, это для того, чтобы они потом, не было для них как это, типа, а мы не знали там туда-сюда и кого-то там чего-то. А когда... Ты их оповестил, и тем более этот участок я брал, они еще его на аукцион выставляли, я подождал, когда аукцион пройдет, типа, если никого не будет, и после я взял. И им об этом, и в смысле документы, бумажная волокита, в смысле у меня все это есть. Вот, почему и от меня отстали, потому что я сделал все правильно. То, что никого там не было, желающих на этот участок, и когда они приехали, решили второй раз его на аукцион выставить, то обнаружили, что типа вот так и так, тут вот Доросвет заявился, истинный хозяин, потомок предков и наследников земли. И, естественно, я запросил у них, я говорю, если вы хотите что-то возразить и типа сказать, что я что-то не прав в чем-то, то я говорю, предоставьте мне бумажную волокиту, кто вам эту землю, как сказать, дал право распоряжаться ею. Вот. Естественно, у них же нет ответов. Вот поэтому не поняли, с кем имеют дело. Не так все просто. Это нужно знание, и нужно публиковать. А то, что... Не скрывать, а именно, если ты живешь, в смысле, по-другому, да, там, принципу, в другом пространстве, там, это как вот, ну, в смысле, мы в одном-то пространстве, просто по, есть по законам живут люди, а есть по канонам, по кону. Есть кто за законом, а есть кто в коне, вот, находится в кругу, кто-то за кругом. Так вот, много, наверное, говорю, в общем... Кому нужно еще что-то, пишите, задавайте вопросы. И если что-то не досказал, то могу ответить подробнее. Вот. А так вот они присылали там что-то, да? А, опять же, в черно-белом все, в формате все там копии, да? А оригиналов, в смысле, все, чтобы... Цветной герб был там, это ничего нету. И заверять не заверяют у нотариуса, ничего. Вот. Когда им пишешь, себя указываешь как дееспособным, как, например, указывают они себя, вот, например, это зам, да, заместитель, вот, ДВ Очаковский. Вот. Получается, когда имя Иов, да, и имя, отчество, фамилия, то получается, это якобы дееспособный. Вот это кто там, это исполнитель, она, значит, недееспособная. Вот. А есть такие, которые присылали письма, вот мама заявление писала, и ей приходили, ее опять же тоже тут указывали, хотя она себя указывала дееспособной. А здесь вот получается, что герб, вот опять же копия, незаверенная нотариуса, все черно-белым, черным по белому, в смысле это и синий цвет, это вот как черный смерть, а синий торговля, вот, нашими душами. Ну это опять же, кто
Здесь вот видите, да, дееспособным себя указал, и здесь уже это исполнительное тоже дееспособное, значит, а тебя как унижают. Вот. Не позволяйте им унижать себя. Ну, опять же, если вы об этом знали, а то же вы не знаете и знать не желаете. А надо, ну, я думаю, что тот, кто досмотрел даже до 10, вот до сейчас, да, 10:27, кто до этого времени досмотрел, значит, тот желает, тот, значит, что-то ищет, ищет ответы на вопросы. Так вот, что я хотел открыть-то? А, ну, то, что вот о печати, да, вот, вернее, о отпечатке пальцев, тут же у меня тоже, например, им... описано, что моим автографом идентификации является знак природы, да, отпечаток большого пальца на правой руке. Не прибегая к нотариусу, документ, написанный самолично в присутствии свидетелей и заверенный самогенерирующими печатями, приравнивается к нотариальному, да, ну, то есть, вот, отпечаток пальца поставил, и вот, пожалуйста. Вот, тут они тоже печать поставили, ознакомились. Ну, у них как бы копия осталась. А, вот прошнуровано все это. Как положено. И знаки. То, что... Ну, кто знает, что это за символы, тот знает. Кто не знает, ищите ответы. И еще... Вот как вы заметили, вот тоже маме объяснял, что когда пишешь им, ты должен себя указывать с левой стороны. Вот ставить, да, ты как первичный, как о тебе идет речь, ты именно бенефициар, ты выгодополучатель, ты Бог. Так вот, ну, в смысле, наместник на земле. А они, получается, исполнительные слуги. Ты их уже указываешь как на вторичные. Почему вот они здесь, когда тебе пишут, присылают, себя указывают слева, тебя, получается, как вторичным. И почему от нас требуют, когда ты пишешь заявление, то типа должен справа прописывать, к кому обращаешься, и подписываешь себя туда же ниже, под ними уже типа от кого. Понимаете, ты, получается, сам себя понижаешь, просто опускаешь, ниже них быть. Вот, поэтому не позволяйте и пишите, делайте вот таким образом. Заявление любое, пишите о себе здесь, кому обращаетесь здесь, так как делают они сами, от кого и кому. Вот, это место, которое именно... Когда вы пишете куда-то что-то заявление, заполняйте его, оно должно быть у вас. Вы первое лицо, о котором идет речь, в смысле важность. А если будет пустота, где они потом, вы просите от них, чтобы они там отметку сделали какую-то, и они в этой, вот когда заявление пишете здесь, типа кому и от кого, а здесь оставляете, а потом они здесь типа отметку ставят что, о себе, что они тут типа первичные, они таким образом себя важнее делают важными лицами, а ты, получается, просто никто, просто лицо. Так что подумайте, красный цвет – это приказ, синий цвет – это торговля, это вот когда оферты какие-то составляете, вот, получается, вот это торговля, да, все это можно синим указывать. Черный — это вот СССР, если не существует его уже, то он уже мертвый, вот, и остальное красное, что это приказ. Фиолетовым именно заполнен чернилами, это именно высшее, неприкосновенное, понимаете, цвета имеют значение, как, например, черная печать означает смерть, как вот, например, в паспортах, у меня в паспорте стояла черная печать, которая до 2005 года, она говорит, что ваши опекуны мертвы. Когда вы получаете уже, как там, после 2005, у кого там красная печать, это уже они были, у них опекуны, вот эта фирма РФ.
Вот. И они, красная печать, как вот приказ, и оно оживленное, да, а черная, опять же, мертвая, а синяя – это вот именно цвет торговли. Это когда вот на свидетельство о рождении у ребенка ставят печать, это его душу, как родители сами же продают. А не забывайте, что ЗАГС – это изначально ноги у него из РПЦ. Это так что познавайте. Познавайте. Есть у меня вот, например, смотрите, вот возил тоже с протоколы, сам делал, да. Вот тут вот, например, если я себе пишу, то ИОВ составляется протокол. Вот, а здесь уже на кого? Это когда, ну, например, если я на машине езжу, да, я, например, и опять же, ну, на сотрудников полиции. Ну, хотя ни разу не писал, не приходилось. Вот, если все понимают, я говорю, что это и, как сказать, в их интересе, что, например, я борюсь хоть как-то, а они просто зарабатывают деньги. Вот, но они мне не мешают бороться. А так, если что, например, то вот, если не хотят расписываться, то свидетелей берете, и пусть свидетель распишется, с цветным гербом, чтобы типа это было так. Но это все, опять же, это бумажная волокита. Она, по сути, не нужна вообще. Ни это, ни то, ни другое. Это вот, это все, знаете, если вы привыкли к бумагам, то и у вас вот это вот, ну, пропитали вас вот этой вот жидкостью, я не знаю, как это информация, и в смысле вы ее не можете из этой высушить ее, в смысле там это. На это тоже, конечно, время надо. Вот, поэтому постепенно оно уйдет. Придет понимание, что это все не нужно. Вот. Есть, например, вот еще протокол. Еще один там тоже самое. Его ты можешь ФИО обозначать, кто там, чего представитель нелегитимной структуры. Да? Вот. И здесь со статьей 64, но опять же, это делал тоже года 3 назад, то, что тут тоже думаешь, ага, сейчас РФ, потом опять СССР, тут же восстановители, типа опять структуры, и опять же, там тоже такие же бессовестные. Кто к власти пробирается? Я, например, за то, чтобы границы все разрушить, а есть, которые вот опять же, типа под названием СССР, РСФСР, да, и опять они там свое будут гнуть. Нельзя, не знаю, блин. Одни говорят, что нужно восстановить СССР, чтобы наказать вот этих преступников, типа по вот 64-й УК РСФСР. Ну, создавайте, чё. Но если вы будете и ко мне, в смысле, к таким людям, которые никому ничего не причиняют, в смысле, вы будете к нам приставать, то будет и к вам такое же отношение. Ну то ладно, СССРовцы. О том, что вышел из СССР, да, это у меня тоже вот как раз уведомление, вот, да, требования, где вот здесь вот с государством, тарам-парам, не расторгнуто, другого акта гражданства не имею. На основании того, что человек не может быть принужден к гражданству, расторгаю. Вот здесь вот, видите, расторгаю данный публичный договор и отказываюсь от признания себя в принадлежащем к вновь образовавшейся торговле палате. Ну вот, понимаю, это вы должны понять. Просто когда вы увидите, это я в отдельном видео расскажу о защитниках РФ, там вот этих эсеровцев, живых людях, которые империю там восстанавливают. Все это, ну, это отдельный разговор. Не хочу ни одним, ни другим принадлежать, ни левым, ни правым, а быть вот просто со Вселенной. И все. В общем, и еще раз, ни от кого не прячусь. Люди задают вопросы, вот как, вот ты там уничтожил документы, и как же жить? Ребят, что там штрафы будут за то, что
за порчу документов, в смысле имущества, там, чье имущество, я за него заплатил, за этот аусвайс, свои деньги, ничего бесплатно тебе не дается. И еще раз говорю, тебе не может никакого штрафа быть, если ты все правильно делаешь, если ты все, как говорится, им принес, оповестил, вот то, что в администрацию, тут там в налоговую относил, там, да, и отнес же и тоже по поводу участка, чтобы они там тоже налоги на него там и рот не раздевали. И все приняли, а то сначала тоже говорили, типа, не примем, мы только принимаем заявление от граждане, типа, там, это налогоплательщиков, только в формате черное по белому, там, синее по белому, красным нет. Они знают, что они боятся красного цвета. Вот. На что в итоге я-то переписку вел не с ними, они-то просто филиал. Вот. И в итоге они приняли. Вот, без всяких там, вот, и даже хоть там масочный режим, там все такое. Вот. Кого-то пугают, кто-то одевает все-таки эти маски. Но мне как-то обошлось, принимали, выходил сам, кто там ответственный на тот день был, вот, выходили, проводили меня, как говорится, к себе, приняли, все, печать поставили, вот, и разошлись на приятной ноте, как говорится, так что ни с кем ругаться не нужно. Просто знать нужно свои права и свободы. Только вот многие еще даже, вот когда говорят о свободе, о правах, только вообще не понимают, что вообще есть такое права и свободы. Не понимают. Познавайте, познавайте. Так, видео заканчиваю, что-то это слишком длинное. Просто для большинства, это 99%, такие минуты уже даже не смотрят. Просто клиповое мышление не позволяет смотреть длинные ролики. Поэтому стараюсь 5-минутные, но это уже, блин, почти полчаса. Все, завязываю.